Все произошло еще в сентябре 2020 года. Тогда в пятницу утром в поселке Ухолово местные жители решили, как это называется, культурно посидеть у одного из них. Начали во дворе, потом перебрались в сад. Когда окончательно стемнело, в дом. Все это удалось установить в ходе следствия. Культурные посиделки шли долго. Одни гости сменяли других. В процессе распития спиртного на кухне своего дома в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от своих знакомых покинуть его жилище, на что один из них ответил отказом, после чего между ними произошла ссора, перешедшая в обоюдную драку. Потом в Следственном комитете расскажут, что это была именно пьяная борьба. Двое мужчин нанесли друг другу побои, но на этом не успокоились. Хозяин дома взял со стола нож и нанес всего один удар своему противнику. Этого было достаточно. Лезвие угодило в шею. Мужчина скончался на месте. Суд вынес обвинительный приговор, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Хозяин дома вину признал частично. Свои действия он назвал необходимой обороной. Приговор суда в законную силу не вступил. Валерий Седов, телекомпания «Город».